Наташа Королева откровенно рассказала о разводе. Она рассказала о самом тяжелом периоде в жизни, последнем годе своего брака с Игорем Николаевым. По словам певицы, именно ровно год она дала мужу, чтобы тот разобрался в себе. Это произошло после того, как Николаев изменил артистке. Я его очень любила, и поэтому дала ему год, чтобы он мог разобраться в себе. Это было самое тяжелое время в моей жизни, но я благодарна Николаеву за это, ведь тот год сделал меня сильнее. Рассказала звезда Борису Корчевникову, став гостем его программы «Судьба человека». Когда срок, который я дала Николаеву, подходил к концу, я волею судьбы встретила Сергея. У певицы и Сергея Глушко дружеские отношения быстро перешли в романтические. Наташа познакомила нового возлюбленного с семьей, а вскоре узнала, что ждет от него ребенка. Именно в этот момент Королева решила дать разводу официальный статус. Наш развод был как праздник, лучше свадьбы. Мы разводились в ЗАГСе с штампами, шампанским, успели погрустить и поплакать, обнимались и даже целовались. В общем, хорошо разошлись. Всем бы так разводиться, вспоминает с улыбкой Наташа.